О, парочка твикс, ребята. Всем большой привет. Хотел поехать пораньше на рыбалочку, прикормить, на леща порыбачить. Сами понимаете, работа. Приехал уже темно, поздно. Вот нашел место. Сейчас бурюсь, ставлю палатку, прикармливаю. Ну и пробуем рыбачить. Погнали, ребята! Дает этот кот чаду. Уже лед, ну, почти что, я не знаю, сантиметров 80 смело есть. Уже бурить тяжеловато, надо уже шуруповерт с собой брать. Делаю две лодочки, поставлю палатку, брал с собой маленькую, куб не стал брать, он большой и отапливать его тяжело. Приехал я один, так как так получилось, после работы сорвался и полетел, как всегда, нежданно-негаданно. Самая рыбалка получается. Все, друзья, хорошего просмотра! Поставлю палатку, утеплю пол, включу газ. Как говорится, будет у нас комфорт. Погнали! Вот так вот устанавливаю палаточку. Правда, ее немножко ветром наклонило. Но мы на эту сторону поставим машину. Закрутил завертыша. Тут еще парочка осталась. Сейчас мы их на эту сторону закрутим, натянем хорошенько, и все будет ашури. Ребят, вот так я приспособился, включил малый газ. Вот тут у меня две луночки. Блин, потеет камера вообще. Жесть. Ну, самое главное, тепло. Вот так вот будем рыбалить, пробовать. Извините, что ветер такой. Все, начну рыбачить. Вот такая у меня лампочка супер-пуперская. Правда, с Алиэкспресса, но ничего. Самое главное, светит. Газ я сделал на малые обороты. И уже здесь Ташкент. Все, достаю удочку. Там у меня мотыль, опарыш. Вот там в пакетах бармаш мороженый прикармливать.
поймал пару чебачков. Только прикормил, получается. Пару чебачков поймал, но леща пока нет. Ну, пока пробуем дальше. Палаточка у меня простая, однослойная. Ну, газ хорошо помогает. Пол утеплил. Пол не дает газу замерзать. У меня баллончик такой трехлитровый или двухлитровый. Пока пробуем. Сейчас, если поймаю еще пару штучек, можно будет на судачка жерлицу поставить. Насадил я опарыша на крючок. Наживка у меня и мотыля. Опарыш у меня белый. Слабенько что-то подергивает, но пока подсечь не получается. А только удочку закинул, сразу один за одним двух чебачков поймал. Ну все, будем пробовать дальше. Леща вытащил, блин, еле в луночку поместился. Такой прям красавчик попался. Палатку закрепить закрепил, но, блин, от ветра она так колышется, порой аж газ тухнет. Опа. О, палатричка. Сушить пойдет. Чуть мельче отбираем на зубцах. Рыбачу на мотыля. Опарыш что-то на опарыша не хочет совсем. На мотыля. Плотва. Окунь. Подлещик лещ клюет. Более интереснее. Закормил, клев хороший, но порой, знаете, как будто вот щука подойдет или что-то такое, оп, и прям перестает махом. Минут 5 опять начинается клев. Можно поставить жерлицу рядом палаткой на хищницу. В принципе, живет есть. Сейчас пойдем выйдем, поставим. Опа! Клев как на черных камнях. Плотва бомбит. Ого-го. В палатке, правда, места маловато. Ну вот, поместился. Кое-как. Большую палатку не стал брать.
в одного тяжело ее складывать, раскладывать. Опа. Опа. Сколько кинул? Ну и далее. Это мелковато пошел. Вот, друзья, такая вот установочка. Поземочка у нас. Прям дует. Вот те ребята вчера приехали. Вот эти вот утром приехали. Там сносило вместе с машиной. У-у-у-у-у. Палаточку маленькую взял. Ее прям колыхает, блин, капец. Внутри как в жестяной банке. Трясет все, колотит. Вот такие пироги. Ну, порыбачим еще на мирную. Посмотрим, что у нас с этого всего получится. Друзья, не переключаемся. Посидим еще, порыбачим. Не зря же ехали, правильно? Рыбалка это. Красотища. Ну все. Погнали дальше. Аж трещит. Приятно, да? Такого поймать. Ставим лайки, друзья. Бомба. Леска у меня что-то, ну, очень тонкая. Такого окуня тащить, блин, как приятно. Прям бомба. Плотва, да? Ребята, опа, вот я тебе и засек. Ух ты, чего там такого? О, парочка твикс, ребята, вот это да. А такое ощущение было, как будто там... О, зверь такой клюнул-то. Приятно, приятно. Мотылька подсаживаю. Раздразнить-то рыбку надо как-то. Дает-то. Опа. Петрюга-то какой, а?
Вот это клёв, как на черных камнях. Так какая плотва, еще бодрая, ребята. О, прям отлично на сушку. Если два таких клюнет крупных, блин, прям я не знаю, выдержит у меня леска, нет. Блин, поднимает хитрюга. Опа. Хитрюга, хитрюга. Ох ты, ох ты. Ну, плотва прям отличная, отборная, крупниковская вся. Живец, холодец, молодец. Опа. Как он подкинул. О, что-то прям хорошее. Вот это да. Вот это плотвица, ребята. Отлично. Хлебушка вот так натру немножко туда, черненького. Опа! Клевочка! Только кинул. Мелковатая. Oh.
Привет. Я себе подкинул-то как богатырь какой, а? Слегка приподнял. Интересно так. Хвостом вперед вышел. Прикольно. Прям так сыграла удочка. Плотва прям крупная сегодня, радует своими позитивными поклевками. Да и самому удовольствие тащить такую рыбку-то приятно. На тоненькую леточку. Только успевает закидывать. Клев как на черных камнях. Опа. Это мелкая живец. Лец нам тоже нужен. Будем готовиться к следующей поездке на рыбалку. На зубастую.